так скажем, вторая, ну, цепь недели продолжается потихонечку, но что-то, да как. Я сейчас смотрел все равно вышел. Он до сих пор не расширил свой магазин, как я это сделал. Да, я купил пару лампочек, но не так много, конечно, но пойдет. Так, если это необходимо, так, хлеб. Потрясающе. Так, блин, я давно что-то этого не делал, блин, это прикольно. Так, у нас молока дохера, вода заканчивается, у нас пироги. Как же это все сложно, кофе нет. Сейчас мы это все сделаем. Так, макет, подожди. Так, все, стоп, подожди, давай по порядку. Сейчас кофе, темный обжарки. Вот так, наверное, сделаем сразу черный шар. Так вот. Давай сразу сейчас распакуем. Прям все четко было. Так, у нас 220. Ты ж пока есть. У нас же даже... Что не стоит? Молоко. У нас настолько дохера молока. Так, хорош, хорош, молодец, неплохо. Я думаю, давай добьем до конца уже хотя бы так. Так, це закрыть, ага. Так, положим пироги, лучше по пирогам. Так, стоп, давай сейчас вот это уже доложим. Кофе навала. Сюда мы поставим это все по красоте. Красавчик вообще. Неплохо. Так. Нормально пока ставим вот здесь вот. Ну, на всякий хрен с ним, пускай будет тут. Так, у нас это да, кончается позиции, уже вот-вот. А, у меня 11 уровень. Так, пироги, давай сейчас попробуем довалить их, посмотрим, что чуть-чуть. Нормально. Оставим пока что. Все закрываем. Так, уже. Чай, наверное. Сюда пока положу. Так. Давай просто позицию. Один. Давай два. Пускай будет два. Хорош, молодец, теперь. Спасти. Нормально, вода. А хотя... Хрен с ним. Закроем. Положим пока это вот сюда вот. Пускай будет это тут лежать. Сейчас, наверное, сразу по красоте расставим вот так вот. Отлично. Хотя бы плюс-минус це закрыть. Поставить наверх и идем еще. Поставим.
Две коробки. Просто две коробки. Ага. Все, нам пока не надо. А, вот сюда поставь, отлично. А так еще сверху нахрен. Так, на склада пока нормально. Молока, да хе-хе-хе, вот я еще никогда. Так, кофе есть. Чай, шоколад есть, масло есть, макароны. Хлеб. Все надо заказать, на всякий случай. Так. Что у нас по товару? Апельсиновый сок. Склад заказар. Найм. У нас есть вот это вот стоимость найма 100. Дневная зарплата 80 баксов. Оформить заказ. А, я понял, что эти типа 439 раз мы оформили заказ. Стоп, подожди, я правильно понимаю, что если мы сюда поставим кассира. Стоп, это мы можем вот сюда поставить. Чтоб потом вот тут еще были полки. А, ни хрена. Подожди. То есть, если я правильно понимаю, то у нас... Это прям хреновая идея. Хорошо, я тебя понял. Не, подожди. Если бы так сделать. Вот так вот. Опа. Слушай, вроде бы уже покомпактнее, подальше прям все стало нормально. Нам понадобится еще стеллажа, на всякий случай, потому что у нас расширение будет. И еще один холодильник. Так, давай сейчас прям запишем, сколько нам надо накопить вот это вот всего. Почему, что прям будет прилично. Так. Так, давай смотрим. Счета. Да ну вообще в жопу со своими счетами. Задолбали. Все равно до хера бабла забрали. Так, раз, два, четыре. 1300 это у нас. Получается первого ты шо? 300? Угу. Спитеск, нам персонализация, лицензия. Подожди, макет. А, вы умели, так, полки. Штуки две, типа, 400. Хотя давай, чисто одну. 200. И двойной холодильник 375. Это у нас получается 575, и пора навалить. И давай на всякий случай сейчас, пока у нас, да, одна штука за 40, одна лампа. Давай ее куда-то вот сюда перехерачим.
Вроде нормально. Пензина, так, хорошо. Здравствуйте. Так. 16. Так, потрясающе. Бенбеб конфета не нашла, понятно. А на сценнике все оставлено четко. Да, еще, кстати, я узнал о том, что менять цены приходится, потому что у них есть... Видите, говорит, что дорого. Значит, надо и опускать, и повышать цены. Да, я не знал об этом. Хрен с ним. 5 баксов. Ну, как это нам синхронизировано? Да, да, да. Так вот надо покупать его. Давай, синхронизация. Без сдачи. Или херон, а то закупаешься нормально так. 25. Конфеты. Сюда не могу делать. Не плохо. Виндашку. Так, вроде берут спокойно, ничего особенного. Свет нормальный такой. Надо, я думаю, еще парочку, ни хрена. Сюда по всему какую-то пасту делать будет. 27 баксов. Нормально. Да что пирог, чего? Я вожу, мне до хера. Это было странно. Окей. Хорошо. 17. 8. Что? А, типа без сдачи, все. Я же не отдал обратно, прикинь. Я бы просто охренел от этого, если бы я отдал. Так. 3. Кофе. Ты такая черная, как и кофе. Прекрасно. Прекрасно. 10 баксов. Нормально. 196 спал, но неплохо. Так, давай посмотрим, что у нас по лампам. Надо их как-то... Да, вот тут и прям распределитель. Что прям по красоте, но именно здесь было. Да пойдет хрен, нормально все. Так, раз, два, три, карточки. Как же я сейчас угадал бы. Это же просто хрен. Без сдачи. Без сдачи, конечно, без сдачи. Избил нахрен. Пятерик. Нормально. Так, у нас 5200, это у нас стеллаж, по-моему, один. Должен быть так. Без баксов. Неплохо. Нам надо прям продуктивный день закончить. 4. Карточка, это прям хорошо вообще. 285, нормально. Еще 20, как бы 300. Это у нас 375, нам надо на сегодня сделать. 575. Было бы неплохо. Прикольно. Что-то там перегружено, нормально все. Перегружено. Все, вот там, все летает хорошо там. Я угадал, я сказал 20-ку и просто бы 300 тут без сдачи, просто хреново. Чего? Офигеть. Я в офиге просто. Без сдачи.
Не верится прям так, смотри-ка. 20. 28. Нахуй. Да подождите, какие двери сусят. Нормально, да, сусят. Смотри-ка, темнеет. С этой стороны становится темнее. Мне нужно сюда вот несколько этих. Хотя даже так комфортно, что нормально, 8 баксов. 9. Конечно, без сдачи. Хорошо, не нашел сын. Что? Так, по сути, они прям нормально так раскупают сейчас. Переоплачки, хорошо. Все равно сейчас надо будет закончить день, чтобы завтра прям все оставить хорошо. 8. Может, красавчик последний забрал нормально. Прям то, что надо. Прям очень хорошо. Так, молоко слишком дорогое, понятно. Значит, терпимо. Я смеюсь, как будто до сих пор вот это вот помещение не сделал больше. Но так вот осталось, все как есть. Это просто трэш. Нашел перо. Так он же там стоит, елки-палки. Значит, его надо купить. 400 баксов. 9 часов. Пора заканчивать уже. 1 бакс. Так, сейчас, подожди. Закрыто. Так, уже пора заканчивать. 3 бакса. 3 бакса, потрясающий кофе. Молодец. Это видос какой-то денег, мужик. Так, это вот, у тебя вот такая вот нахер пашка с ракетбук. Нормально. 26. Чё, прикалываешься, серьезно? Офигеть. А, давай сначала за машину и плюс. Мы прошли 126 баксов. Затраты на поставку, на обновление. Аренда. Да, обосрался я, конечно, но ничего, всякое бывает, продолжаем. Так, давай, что у нас закончилось? Поставил, да. Потрясающе. Воду, кстати, никто так и не брал. Молоко, пирог, кстати, да, воды выжил. Вода. Воды у нас до хера становится. Нормально, пускай так будет, ничего страшного. Пойдет так. Пасту, ну, кстати, можем выставить. А, это две последние были. Понял. Это наш вот этот огромный магазин. Кофе кончился, ты прикинь. Охренеть, серьезно. Кофе кончился. Да ладно. Смотрим, что у нас еще. А, пирог, давай. Последний пирог положил, нормально. Значит, надо будет закупиться. Ну подожди. Так, чай, надо молоко. Так. Подожди, нам сейчас понадобится. Как обычно. Где? Что? 2. Сус. 4. 40. Ну, сейчас отправлю, чтобы вообще супер было. 40. 2. Вот так. 86. Чок-пик. На 72 штуки. Все. Сейчас расставлю 206. Как же это? Охренеть, как разложили это все.
Так, срок. Нормально. Чё? Офигенно. Сейчас полетит всё по полной программе. Хорошо. По полной программе. Слушай, у нас прям до хрена вообще. Прям очень хорошо. Как странно, что всем все понравилось. Я не понимаю, как нужно было по этому угадать. Типа что, блин? Давай пустую коробку тут оставим на всякий случай. Да. Да подожди. Все, закрыть. А. Ну пофиг. Мы тут поставим на всякий случай. Мало ли понадобится. Так. Все. Нормально. Хорош. Ну-ка, то что надо. Просто нам на работу валят, нормально. Так, пока полный порядок, мы сейчас вот сюда поставим. А, чупик, сейчас расставим. Хорош. Чупик. Нормально. Чупик. Все, я понял. Ага, так, хорошо. Вода бутилирована на керосине. Так, там у нас чай остался. Чай я прям на суши. Много шоколада, мало. Вот шоколада. И поговаривают, конфеты должны были быть. Раз. Два. Вот так вот. А, я уже испугался, думал, 260 отдал. Я бы охренел просто за эти 260. Хорошо. Цеп, закрываем. Ставим коробку сюда. Поставим себе, что у нас 7,50, зато так конфета, кстати. На всякий случай, прямо сюда ставим. Да, банбек, неплохо. Банпары, что-то похоже, да? Типа напоминает на банпары, что-то подобное. Так, открываем бланс и наяриваем по полю брам. Я понимаю, что это сейчас закончится все за 5 минут. Ждем 3 минуты. С перспективы. Топ, это один уже. Батом топ. Хоп, вот он. Не хочешь? Ну, ладушки. Так, что? Пойди, я кино. Кино я подзяк купил. Нормально. Прям как я, за 4 рубля. Вот так, и все. И все. Хренеть, блин. Ну, типа, покупать прям нормально. Все. Баксов неплохо. Блин, до косаря никак не могу добраться. Склад хотя бы иметь. Это, видимо, потом мы сделаем, потому что только не возьмем на ПСР, поэтому надо копить просто. Да, блин.
4. Посылаем 210 пенсов по нормалу за 200. Купить богу. Нормально было бы. Срок. Неплохо. 12. Стоп. 12 баксов. Неплохо. 222. Зайцы не ушел. Да, точно. Я забыл купить их. Что прям вот клиенты подходили к кассе все больше и больше. Так, без дачи, конечно, без дачи. Нормально. За 8 кто-то что-то покупает, это в принципе должен неплохо. Так, сколько? Ну ни хрена себе. Моя тетенька, бабушка, нормально. Хорошо, ты бы закупал сексусу, то что надо. Ой, нормально. Прям на хлеба мы дал. Я так и знал, что это произошло. Так и знал, что это будет. И просто отдал за него бесплатно. То есть причем я сделал так, что... Ну, я отдал ему то, что ему нужно было. Капец, нахрена я это сделал? Дитакс, спасибо. Так, потихоньку вроде налетают, все хорошо. Надо, чтоб прям на сегодня побольше товара закупали. Все без дачи, конечно, а то бы сейчас отдал бы опять. 2 бакса, спасибо. 389. Уже вот этот холодильник готовый. Девять. 410. Очень хорошо. Идем к кассиру. Пять часов вечера. Неплохо. У нас ничего там на улице нету. Типа как бы небольшая проверка. Так, что у нас? Мука кончается. Муки нету. Хорошо. Внизу, по-моему, у нас что-то было. Конфета. Давай, кстати, конфета. Мы сейчас как раз их расставим. Посмотрим, почему их можно продать. Подождите, подождите, не берите один, три бакса, потрясающе. Так, они взяли, прекрасно, отлично. Так, три бакса, подождите, нормально. Пасть, пензати, 5, нормально. Раскуп пензати пошел, нормально, паста. 40. Так, без дачи, ни хрена, нормально. Так, у меня там что-то лаги какие-то непонятные. Я прям вижу их, пипец, там еще же по полному. Так, 10, чё? 5. Так, подожди.
Петя. Просто был затыкан шанс, прикинь. Да, видно. Карточки. Если я бы тебе та карточка, можно нахер. Пролетел бы. Так. $2. Конфеты полетели. Спакс. Неплохо. Хрена ты закупился. $25. Охренеть. 516. Идем неплохо. Да, 9 часов. И сейчас мы закрываем все. Написал, что? А так, 17 баксов. Я, к сожалению, я все, блин, не добрался до вот этого вот момента, 533, что-то подобное. Опять да. А давай все-таки закупимся потом. 175. 107. А давай. Давай добьем уже, а? Не осталось чуть-чуть делки палки. Так, веды. Как? Пироги, что по берегам. Кончались по ходу. Надо как. Давай молоко пока по 3 поставим. 3 бакса. Вода бутилирована по 2. 2 ручки. Один. 2.01. Нормально. Пускай будет так. Идет так. Пироги кончаются, просто пензать тоже. Ясно. Так, шоколад, соответственно. Все. Чё больше до хера? Чупикин. Чё у нас чупиком? Давай добьём их прям все сюда. Неплохо, вроде бы, казалось бы, можно, в принципе, отъебаться. Да. 50 минут, наверное, сегодня будем долбаться, ничего страшного. Да, надеюсь, молоко должно прям расхватать нормально, так. Так. Хорошо. Да не, не заходит, не заходит. Это что, 300? 200? 375. Это просто трэш. Потому что дальше у нас будет покупка нового товара, то есть лицензия на товары. И так далее. Прикольно. Десять. Так. Конечно, 14. Ой. Так, номер. На лед пошел. Это уже хорошо. Ну что ж такое-то? Да
так много просто закопался, что пипец был. Я думаю, у нас где-то день проходит минут за 5, наверное, где. О, нормально, нахуй. Отец, дальше прошел, охренен. 19. Нужен работник срочно. Вот прям по-любому нужен. Потому что опять за это будет жопа такая, что как я узнал, что все-таки если я буду задерживать очередь, они будут уходить. Поэтому все-таки понадобится нам еще один. Так. Я-то купила. Сколько? 24, причем и без дачи. Нормально, так. 16. Хрен нет. Йогурт не нашел, правильно. Ну, ничего страшного. Хлеба нет вообще. Так, 4 пойдет. Ну, 1 потрясающе. 21 не будет. Ты смотри, какая красивая. Сапоги у нас подлетел. 8 макса. 8 баксов. Так, я... Так. Один холодильник. Одна полка. 75. Да, да, да. Все как мы и предполагали, что оно так и будет. И... 80. Два этих. Да, нет, да, пускай будет так, да, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой, я забыл совсем. Двенадцать. Так, а у меня сейчас распаковка сейчас будет нахрен. Кофе с шоколадом, ни хрена. 1 бакс нормально. И полку сейчас закупим. Так, полка. У нас пойдет прямо вот сюда. А, она так вот подойдет, да, типа. Все, отлично. Осталось фонарей просто иметь. Охренеть, 36. Так, 36. 0-3. Так, очередь поехал. Шоколад с молоком потрясающе. Что супер. Так, так, 8. Так, 8-1. Чего? 0-2. Так, врубаем свет, а мы сейчас возьмем эти две лампы, наверное, куда-нибудь вот сюда, прихерачим. Ага. $22. $36. Такого реально еще не было, это что за жесть? Что? Я уже 40 минут долбаюсь, реально. Так, нам понадобится одна лампа куда-нибудь сюда вот. Да, вот так вот, отлично.
18. Ну, это прикольно. Это что за фигня? Я реально в офиге. Лампы пошли нормально, так и здесь даже по предыдущих это не стало. 9 часов, все. Все, ребята. Закрытие, извините, ребята. Давай, джентльмен, последний, посмотри, как красиво. Кровь и смоком. О, ты дальше причем. Здесь вот это красивая серия получилась. Ну что? Вроде как-то так. Давай сейчас расставим все как надо. Попробуем. А, мы добили это последнее. Спамим еще одну, да? Да, у нас есть еще одна. Давай прямо здесь вот. Понял. Так, хорошо. У нас, по идее, молока настолько. До хрена, что я его могу просто смело раскидывать нахрен налево и направо. Это было сейчас нормально. Прям идеально. Чего? Так, молоко. Еще молоко. Давай на всякий случай сюда еще поставим. Правда, все охренительно. Чай, наверное, надо добавить все же. Все, чай готов практически. Очень неплохо такая продуктивная серия получилась. Очень даже неплохо вода. А, давай добивать. А, все. Так, подожди. Конфетки. Кончились, да ладно. Хренеть, хлеба нету. Там просто еще. Все пока есть. Пирог кончился. Это просто капец. Так, давай, сейчас закупимся по-быстрому. Яйца. Нам понадобится... А? Так. Так. Пироги. Два. Вот она что за пирог. А здесь, что за фигня, что они там говорят, какие-то пироги нахрен. Так, с муки нету хлеба надо мной. Паста. И муки, да? Я правильно подумал. Ну давай еще. А. А, максимум. А, чтобы купить, это уже надо на завтра. Потрясающе. Сейчас... А, ну нахрена мы там минус сейчас сделали. Так, сейчас, подожди. Мы же как бы это... Максимага. А, да, максимага у нас. Это 7. Так, вот так. Вот так делаем. 26. А, нихета, да ладно. Серьезно. Я понял, забрал. Нихрена себе. Так, хорошо. Сейчас все сделаем по красоте и жопа на сегодня заканчиваем.
том, что это правда нужно брать большая серия. 45 минут, ну ни хрена себе. Хорошо прям. Хлеб. А, хлеб мне нужно тогда сюда поставить. Хорошо. Ну-ка. Не вспомню, мне вот тут я стояла как-то. А, мы тут подъехали наши новые. Так, где цены надо еще расписать. Кстати, я уже совсем забыл. О, пирогов до хера. Так, подожди. Я сейчас пока так и все это расставлю, чтобы понять, вы еще. Так, хорошо. Хорошо. Ну-ка. Хлеб. Ладно, вниз поставим, ничего страшного. Все равно ничего от этого не поменяется, поэтому как бы так. Молодец. Точно. Отлично. Так, хлеб. О, с хлеба туда. Значит, я на следующее сыро прям хорошо закупился. Меняется остальные, мы поставим прямо вот сюда. Охренеть. Так, это тогда пироги. Все. Теперь точно можно завершать сыр, потому что так с коробкой хрен с ним. Выкинем нахер. Она от воды там особо ничего не влияет. Потом. Так, это что у меня рот-то? Все, офигенно, все. А, нужно ли так сверху немного посмотреть? Да ладно. С 1865 1 килограмм. Так, стоп. Чего у нас там не было еще на ценнике? Так, вот это, да, у нас один, ага. Наверное, это будет пускай 3 бакса. Итак. Это у нас 1 бакс, так вот. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам это сыро. Подписывайтесь на канал, ставьте правильно взаимо, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующую серию. До встречи, удачи, пока-пока, друзья.